Стратегическое планирование необходимо для того, чтобы более эффективно расходовать средства, определяя точки приложения усилий, а также для создания понятных условий для инвесторов, как для потенциальных, так и тех, что уже работают на территории. Как пояснили в администрации города-курорта, стратегия будет представлять из себя большую научно-исследовательскую работу. Для этого будет собран самый широкий пул экспертов, а также представители общественности. При разработке проекта стратегии будут привлекаться консультанты, компетентные организации, эксперты, а также предусмотрено вовлечение широкого круга заинтересованных лиц, в том числе жителей города-курорта, через рабочие встречи, проектные семинары и совещания.